Очень жалко, что у меня отключена функция онлайн. У меня из одного видео наказание на 6 месяцев, предупреждение на канале, на моем. Вот. И если бы этого не было, я бы вас сейчас онлайн сделал бы. В прямом эфире можно было бы посмотреть все это. Кому интересно. Но, к сожалению, этой функции у нас в данный момент нету. Мы будем смотреть видеозапись. Мне очень интересно, что тут произошло. Очень. Вот эксперты мы видим, полицейские женщины выходят, заходят, они что-то берут в машине. Вот видите? Она идет снова, что-то взяла из машины. Маски. Вот. Они заходят в мечеть. Вот так. Все у нас продолжается. Все это происходит во Франции, недалеко от Парижа. Как раз я оказался в гостях тут у товарища. И смог все это заснять на видео. Мое мнение в данный момент, кто-то проник в мечеть или хотел поджечь, или что-то такое было антиисламское против мечети. Да. Опять-таки не знаю, что, насколько все серьезно. Напоминаю, сегодня 8 января 2015 год. Четверг у нас. Время не знаю. Ну где-то 9:30, может быть, утра.